Всем привет, это видеоблог «Серийный продюсер», меня зовут Николай Пак. Мы заканчиваем этим видео наш цикл «10 шагов к созданию сериала». Итак, последний этап – это сдача сериала на канал. Итак, вы смонтировали снятый и написанный сериал, то есть тот проект, который вы занимались там последние полгода. И вот пришло время сдавать его на канал. Ну, во-первых, нужно помнить, что канал – это ваш заказчик и, в принципе, ваш клиент. Обычно у клиента, как в любом бизнесе, бывают свои, скажем так, пожелания и требования, да? Во-первых, все требования по договору вы должны соблюдать. Это важно. Вы можете считать, что вы сняли какой-то потрясающий шедевр, который перевернет эту индустрию, и как бы и все остальное уже не важно, но нужно помнить, что ваш бизнес – это бизнес B2B, так называемый, да, бизнес to бизнес. Да, вы не показываете сразу с вашим зрителем, а вы имеете дела с вашим заказчиком. И обычно они лучше вас знают, как бы отреагирует их аудитория. Но надеются на то, что вы сделаете качественный продукт, иначе бы они вас не привлекли, да, к этому. Поэтому нужно помнить, что сроки, качество выполнения, правильный обмен документами своевременный. Это все очень важно, потому что ваш клиент, ваш заказчик, он у вас, скорее всего, будет не один раз. Вы рассчитываете на то, что будет, например, продолжение вашего сериала, либо они закажут в следующем году, либо в этом году еще какой-то проект. Поэтому это очень важные вещи, которые вы не можете недооценивать. Потому что проект, он уже у вас есть. Теперь важно, чтобы проект вышел на экраны как можно лучшем варианте, скажем так. Из практики у канала всегда есть правки. И бывает, что их много, и бывает, что они не все уместные. Ну, там тоже работают люди, они могут не то что ошибаться, но как бы очень, скажем так, рьяно делать свою работу. Вы не должны впадать в две крайности, скажем так. Первая крайность – это когда вот видите 10 правок, и вот 4 из них, вот прям, по вашему мнению, дурацкие какие-то, да? Ну, 6 вроде нормальные, но вот эти настолько дурацкие, что вы начинаете отрицать все. Просто вы считаете, что там просто работает непонятно кто, и кто эти правки делает. Ну, так как правки обычно делают не сам руководитель канала, да, а там среднее звено, например, то вы думаете, все там как бы это. Или другая крайность, что вот все 10 правок пришли, вы говорите там команде, ну, особенно команде постпродакшена, что вот все эти правки сделать мне пофигу, лишь бы как бы, чтобы, лишь бы, пускай содержание меняется, пускай все что угодно меняется, переозвучивайте всех, все, что они хотят, давайте сделаем. Это две крайности. На самом деле вы должны бороться за смысл, то есть за вашу задумку, вашу, там, или сценаристов, режиссера, за смысл, за содержание вы должны бороться. Если, там, правки от канала, как сказать, неверные. А то, что касается технического всего, там, здесь там не то, здесь вот, может быть, кадр поменяйте и так далее, здесь там, не знаю, там, поработайте над звуком, что-то вот здесь с цветом, там, и так далее, найдите лучший дубль. Это надо выполнять, да, то есть не нужно либо как бы отрицать все, либо полностью идти на поводу. И вот в этом споре, вот спор в этом случае, то есть такая встречная реакция, это вполне нормально, как бы. Всегда есть такая штука, как замысел сценариста, ну, обычно на каналах замысел режиссера, так скажем, потому что это все еще остатки от времени, когда сериал считался кино, а кино считается только результатом работы режиссера, ну, так или иначе. Всегда есть замысел режиссера, всегда есть художественная составляющая. Если нужно, вступайте в спор об этом. Если нужно, возможно, в этом споре родится третья истина. Вы должны быть адвокатом содержания, художественного содержания и замысла. Если у вас, например, детектив, то вы должны очень сильно бороться за смыслы, потому что, ну, нужно видеть всю картину целиком. Если это юмор, то тем более. В юморе очень важны все, как бы, все компоненты. А все, что касается технического, просто признайте, что бывает, во-первых, вы можете совершить ошибки, бывает, что, ну, хорошо, пусть будет пожелание. Если это не принципиально, то принимайте эти правки, делайте. И всегда оставайтесь в хороших отношениях с любыми сотрудниками канала. Потому что вы не художник, который один раз в жизни нарисовал там Сикстинскую капеллу, и это все, как бы, да, и там надо отстаивать все.
Вы человек, который рассчитывает на последующие заказы, который формирует себе в том числе деловую репутацию. Через практику я скажу, что не все наши проекты были успешными, но с теми каналами, с которыми мы работали, у всех есть представление о нашей компании, что вот эти вот ребята, они делают четко. Да, у них там все правильно, все вовремя сдается и так далее. Может быть, это потому, что ну, там, мы и моя команда там, во многом мы вышли из бизнеса, да, а не из творчества, скажем так. Но так или иначе, репутация тоже, как сказать, многого стоит, дорогого стоит, скажем так. Потому что, опять-таки, это B2B. Это бизнес, работает для бизнеса. Да, и принимают люди решения на основе не только того, как получилось, какие рейтинги, но и как с ними работается вообще в процессе. Поэтому нужно сделать так, чтобы всегда, даже если проект не понравится зрителям, но чтобы ваш клиент, то есть в данном случае телевизионный канал, был доволен вашими, по крайней мере, деловыми взаимоотношениями. И вот получается этим 10-м видео в нашем цикле видеоблогов мы, можно сказать, прошли вот этот обычный годовой цикл в сериале, то есть от начала, от подачи заявки до сдачи сериала на канал. Ну и, конечно, я хотел бы рассказать вам о таком чувстве, которое я называю чувство вуги. Вы знаете, в фильмах, когда герой ближется к своей цели, или в сериалах, обычно, когда он побеждает, это очень какой-то яркий момент, да, то есть там Рокки там поднимает руки, или там, я помню, последний бойскауте, когда он всех победил и на стадионе танцевал, там, что-то он там пообещал танцевать джигу. В нашей работе, скажем так, нету такого момента триумфа. Момент, когда сериал выходит на экраны, он вышел, но ты не знаешь, как отреагируют зрители. Когда ты узнаешь уже на самом деле, там, рейтинги, они оказываются высокими, ты уже находишься уже в другом проекте, и как бы тебе радостно от этого, но у тебя нет такого полноценного ликования, да, то есть в этом плане повезло спортсменам, которые там забивают гол, получают кубок, и этот момент счастья ярко акцентирован, ты понимаешь, вот оно счастье. В нашей работе, несмотря на то, что она является творческой, есть такие моменты, вот, которые я называю вуги, это такое тихое ликование, да, это то, что проект сдался, вот его первый эфир, либо это последний эфир, либо тогда, когда ты получаешь рейтинги, ты получаешь, как сказать, моральное удовлетворение, либо не получаешь его. Но очень важно эти моменты ценить, потому что ради этого, собственно, кроме денег, кроме там, опыта, знаний, ты как бы работаешь. Я когда-то представлял себе, что вот мы там снимем вообще сериал когда-нибудь первый, или снимем большой сериал, или сложный. Перед каждым проектом я представляю себе, что вот мы это сделаем, я представляю этот момент. И когда этот момент наступает, обычная суета, там уже другие проекты параллельные, что-то еще, оно как бы перекрывает все это, стирает. Но очень важно вот это чувство внутри как бы осознавать, и внутри себя ну, там, похвалить. Ну, мне так кажется, что это очень важно. Я не знаю, насколько это полезный совет, и я не знаю, насколько все 10 видео из этого цикла получились полезными для вас, но мне кажется, если вы посмотрите эти видео, и если вы будете делать сериал, если вы хотите это делать, а я знаю, что, ну, так как мне много пишут ребят, особенно молодых, очень много кто хочет снимать сериалы сейчас, но мне кажется, если вы посмотрите эти видео, хоть не немножко, вам это поможет в вашей работе, в ваших планах. Поэтому мы заканчиваем. Спасибо большое за то, что вы смотрели. Это видеоблог «Серийный продюсер». Меня зовут Николай Пак. Подписывайтесь, если вам это нужно. Всем пока. Спасибо.